Это для всех тех, кто будет рассказывать, будет поддакивать украинским военным на неизбежном трибунале, когда украинские войска просто не занимали жилые дома, они не занимали эти жилые. Это детский ясный сад. Но учитывая, что это территория детского сада, вероятнее всего, украинские войска считали, что это такое методическое пособие для детей. Во всяком случае, так они будут говорить, когда их в очередной раз правдиво и обоснованно обвинят в занимании объектов гражданской инфраструктуры.